6 букв. Короткое название. Это Лебедевку мальчик. Короткое название. Но в это слово краткое легли все долгие людские упования, все лучшие надежды всей земли. В ее истории. История народа. Строители, герои, бойца. Написано «Москва» читается «Свобода». Так чувствуют все честные сердца. Враги ее смертельно ненавидят. Друзья готовы жизни отдать. Свои мечты в ней тружники видят. Свою защиту, родину и мать. Все города, как люди и народы, свою судьбу имеют на земле. Но честь и правда, совесть и свобода живут в Москве. В ее седом Кремле. Let's go.